Всем здравствуйте, меня зовут Оксана, и вы на моем вязальном канале, который называется Оксана Гуликова «Вяжем вместе». Сегодняшнее видео – это видеообзор пряжи Yarnart Baby Cotton. Я хочу рассказать об этой пряже, показать, какие у меня есть оттеночки этой пряжи. Посмотрите, какая красивая палитра, летняя, яркая. И, в общем-то, я уже неоднократно говорила, что я очень-очень-очень люблю эту пряжу. И прошлым летом я вязала из нее не одно изделие, даже не два, а целых пять. Мне кажется, что пять. В общем, я вам вставлю немножечко попозже фотографии, а может быть, прямо и сейчас изделия, которые я связала из этой пряжи. Вязала я их подряд. Почему я их подряд вязала? Потому что мне очень-очень понравилась эта пряжа. Я просто была от нее без ума. Все изделия были связаны с большим удовольствием. Я думаю, что я еще буду вязать из этой пряжи. Это летняя пряжа. Состав у этой пряжи полухлопок. Мы сейчас с вами поближе рассмотрим один из моточков. И она не только летняя, но изделие можно носить и весной, и ранней осенью. В общем, она очень-очень приятная к телу. В общем, пряжа, девочки, бомбическая. Кто не пробовал вязать, попробуйте обязательно. А кто уже пробовал, те знают, что это просто прелесть прелестная. Давайте посмотрим характеристики этой пряжи. Итак, у нас 50% акрил, 50% хлопок. Фирма, которая выпускает эту пряжу, называется Yarnart. Артикул этой пряжи называется Baby Cotton. У меня в руках номер цвета 415. Итак, что нам рекомендует производитель? Производитель нам рекомендует спицы 3 мм. Я использовала 3,5. Крючок тоже 3 мм. Так, на плечевое изделие, какого, наверное, 46-го, 400 граммов. Вот белый кардиган, который я вязала для своей дочери, расход составил 320 граммов. Но у нее вообще такой экономный расход. На шарфик 90, но шарфики мы особо не вяжем из нее. Итак, девочки, пряжа экономная. Нежная, мягкая, классная. Yarnart Baby Cotton. Так, что еще хочу вам сказать по поводу этой пряжи? Так, ну, в принципе, давайте. Я ее стирала. Здесь вот, смотрите, нарисована ручная стирка. Девочки, я все стираю, и это в стиральной машине. Вообще никаких проблем. Ни на миллиметр, ни в ширину, ни в длину изделие не вытягивается и не садится. Это, ну, просто идеальная пряжа для вот такого состава. Она просто очень классная. Так. И утюжить на единице. Я на двойке утюжила. Барабанная сушка запрещена. Все, девчонки, я эту изделие из этой пряжи просто кладу в машинку. Вообще ничего не соблюдаю, никакие обороты. У меня самая моя любимая стирка – это 30-минутная. Мы пачкаться нам особо некогда. Поносила, два раза надела изделие и в машинку его, и сразу на 30-минутную стирку. 30 минут, там 30 градусов. И не знаю, по-моему, у меня 800 или 1000 оборотов стоит. В общем, вот так. И одна из... Я здесь принесла образцы этой пряжи. Ну, сейчас покажу, опущу немножко камеру, чтобы поближе могли рассмотреть. Все эти образцы связаны год назад. И вот я сегодня связала небольшой кусочек резиночки, чтобы показать. Эта пряжа очень хорошо держит резинку. Вот знаете, не все полухлопки держат резинку идеально. Вот как бы кажется, что держит. Ну, например, взять джинс. Джинс вообще не держит, да.
Alize Cotton Gold. Вроде держит, но не особо так вот прям крепко. Но вот здесь вот маленький кусочек, но он держится. Вот она пружинистая. А когда вяжем полноценное полотно, например, 100 с лишним петель там или 90 с чем-то, то резинка вообще прям... Сколько я вязала изделий из этой пряжи, все были связаны с резинкой. И вы на фотографиях увидите, я их сейчас вставлю, что все на всех фотографиях видно, что резинка держит идеально. Там и на рукаве, и внизу, по низу резиночка проходит. В общем, вот так. Вот это связано из... Вот такого цвета, это 416 номер цвета у нас, нежно-сиреневый. Ну и давайте я покажу образцы. И резинку вот эту я вязала на спицах номер 3. Если у вас не очень... Я и в своих изделиях вязала тоже всегда на номер 3. А основное полотно я всегда вязала на спицах номер 3,5. Девочки, если у вас не очень плотное вязание, то значит уменьшаем на пол размера спицы. И, пожалуйста, резинку на 2,5 или 2,75, а основное полотно на 3 или на 3,25. Так, вот это у меня связано. В прошлом году, в апреле, я вязала джемпер дочери своей. Назывался «Солнечный день». Недавно у меня просили схему, но я не знаю, как вам прислать эту схему узора. Напишите мне ВКонтакте или в Одноклассниках, я пришлю вам в личном сообщении. Смотрите, как ровно ложится эта пряжа. Даже до ВТО пряжа ложится ровно. Пряжа очень прекрасно и ровно ложится в лицевой глади. Для тех, кто только начинает вязать, тоже, пожалуйста, можно приобрести эту пряжу и учиться. Этой пряже очень легко вязать. В общем, она очень легка в вязании. Она очень приятная. В общем, вязать ей одно удовольствие. Вот здесь у меня такое... образец с переплетениями. Это я вязала летнюю майку таким узором и даже вязала кардиган, применяла вот эти такие цепочки из переплетений. Я их применяла на спинке и впереди по одной вот так вот на каждой полочке. Вот. И маечку я вязала вот из этого. Вот этот образец как раз был. Просто смотрите, как все ровненько. Вот такой тоже этот образец связан, девочки. Это я вязала кардиган белый, короткий кардиганчик на пуговицах для дочки. Вот этот я не применяла узор, а применяла, в общем, вот этот. А здесь были другие у меня дорожки. Дорожки были вот такие, как вот здесь. Вот здесь очень видно, как ровно ложится полотно, пряжа в лицевой глади. Полотно идеально после ВТО. А я, например, вот эти образцы, я их просто отпаривала утюгом с изнаночной стороны. И вот они такие, ну, просто замечательные, девочки. Я не знаю, как еще. Есть пряжа, которая вот просто суперская. Просто суперская. Вот Cotton Gold хорошая пряжа, но я с ней не очень, не подружилась я с ней, поэтому я не могу сказать, что она прям для меня обалденная. А вот эта пряжа очень классная, и резинку держит, и узорчики красивые. Вот этот образец был связан из остатков там пряжи белой, для зеленого топа, тоже фотографии все это будет. В общем...
Вот такой узорчик. Там и мастер-классы на все изделия тоже есть. Давайте покажу вам, какие есть в наличии оттенки. Пряжу можно заказать на сайте интернет-магазина «Территория вязания». Будьте внимательны, посмотрите, на сайте есть номер телефона, и когда, девочки, я вам звоню, пожалуйста, берите трубку. Я понимаю, что нас сейчас всех достают вот эти звонки, и банки, не банки, мошенники и не мошенники, разные звонки, но, пожалуйста, возьмите трубку, если я вам звоню, номер интернет-магазин кончается на цифры 3-0, 8000, в общем, можно сказать. Вот 8000 кончается, номер телефона заканчивается. Так что, пожалуйста, девочки, берите трубку, потому что это тоже я переживаю, лишний раз не могу дозвониться иногда. Итак, поехали, девочки, серые. Давайте вот так будем смотреть с вами, какие есть наличие оттенки. 406 номер цвета, это серый цвет. Вся пряжа Yarnart Baby Cotton начинается на 400. Она начинается вообще с цифры 400. 454 цвет, это темно-серый. Смотрите, они даже могут в паре быть. Дальше у меня лежат бежевые оттеночки. 404 номер цвета. Вот такой светло-бежевый цвет. Следующий оттеночек 405. Песочный. Светло-коричневый. Следующий оттенок 407, красивый очень цвет тоже, 407, очень красивый шоколадный коричневый цвет, номер цвета 408, посмотрите, какой красивый. Все эти три оттенка можно вместе комбинировать для тех, кто любит комбинировать разные. Смотрите, как они подходят, да? Вот такие. Так, вернем обратно моточки. Дальше у нас вот такой пыльная роза. Номер цвета 415. Такой припыленный розовый цвет. Светло-сиреневый, нежный очень. 416 номер цвета. Фиолетовый. Да что ж сегодня опять с фокусом. Так, фиолетовый у нас номер цвета 455. Камера. Ну-ка, показывай нам. Вот такой. Коралловый цвет, номер цвета 423. Такой коралл. Очень красивый. Я все в прошлом году я не успела из него повязать, но мне очень хотелось повязать вот из этого оттеночка еще. 427 красный. Немножко он поприглушеннее, девочки. Камера обычно красные оттенки показывает ярче. 427. Следующий у нас голубой, 448 номер цвета, небесно-голубой, очень красивый. Королевский синий цвет, 456, смотрите, какой шикарный. Темно-синий цвет, номер цвета 459, вот такой. Нежно-желтый, немножечко тоже он ярче как бы передается. Он прям такой бледненький, нежненький. 431. Я бы такой оттенок назвала дынька. Вот дыня прям, нежная дыня. Это желтый у нас канарейка, номер цвета 432.
И зеленые оттеночки. 430-й. Это у нас такой салатовый яркий цвет. Такой для девчонок, для мальчишек. Майку связать прям очень классно на лето. И вот этот, девочки, мне очень нравится цвет. Я вообще сейчас с ума схожу по зеленым оттенкам. 440-й номер цвета. Это яблочный, яблоко. Очень-очень классный цвет. Смотрите, прям вообще обалденный. Очень красивый. Вот такой получился. Ну, у меня сегодня обзор. Камера почему-то не хочет показывать ничего. Вот такая красота есть в наличии. Проходите в интернет-магазин. Можно просто, если вы не умеете искать ссылку, ссылка будет в инфобоксе под видео. Если вы не умеете искать, то просто в поисковой строке любого браузера, Гугла, Яндекса или чем вы пользуетесь, Майла, можете Рамблера, можете набрать просто интернет-магазин «Пряжа. Территория вязания». Все, вам сразу выдаст поисковик мой сайт. Вот. Будьте внимательны. Для того, чтобы сделать заказ, нужно знать свою электронную почту, на которую в последующем приходит письмо от меня, и оставлять правильный свой номер телефона. Если я не могу достучаться до вас по электронной почте, то я позвоню вам. Вот. Для тех, у кого нет электронки или еще чего-то, кому сложно, некоторые покупатели мне звонят просто на номер телефона, который указан на сайте интернет-магазина. Кто-то пишет ВКонтакте, кто-то пишет в Одноклассниках. Все это, пожалуйста, разрешается. Пишите, я обязательно вам отвечу. Ну что, друзья, до новых встреч. Всем пока. Очень классная пряжа. Лето у нас продолжается. Кстати, эту пряжу можно и под верхнюю одежду зимой носить. Она просто, ну, просто прелестная, ну, классная. На работе у всех, наверное, тепло в основном, да, нарядилась и пошла. Вот. Очень классно. Я бы, девочки, себе повязала, но мне нужно похудеть, чтобы немножко меньше петель было для того, чтобы себе вязать из такой пряжи.